все, мы все знаем, что у нас есть два вещи. Тело и душа. У каждого еврея есть тело и душа. В тело есть 613 вещей. Эварим вегидин. 365 и 248. Эварим вегидин. 613, как 613 мицвот, что у нас есть в нашей Торе. Каждая вещь в наше тело – это против какая-то мицва. Если что-то у нас болит, это потому, что мы этот мицва не держали или мы ее неправильно сделали. Если что-то у нас есть тело, что у него есть боль, это потому, что мы сделали грех с этой вещью. Я вам дам только маленькие примеры из Бога помощи. Мы сегодня будем учиться очень хороший урок с Бога помощи, Безрат Ашем, насчет тела и душа. Этот урок будет насчет тела и душа. Потому что есть такие, что болеют тело. Есть много евреев. Много не только евреи. Наши друзья, что они не евреи, наши близкие, что не евреи. Наши, что мы их очень уважаем и любим, что они не евреи. И очень много таких на весь мир, что с нами сидят и плачут. Рав, помоги. Дай мне совет для этой жизни. Я весь день плачу, больно, я не могу, я не могу жить так. И Барух Ашем, наши советы, это совет для каждого человека на весь мир. Да, я не могу ему дать совет держать Тора. Я ему не могу дать совет учиться Тора. Я не могу ему дать совет соблюдать Шаббат. Но есть много советов для жизни. Много советов, как держать веру, что есть Бог, и Бог все делает правильно. И этот урок с Бога помощи. Этот урок будет... На это наша тема, что она очень важная. Тело и душа. Аншама лах, веагуф паалах. Для нашей души, в нашей душе, есть рух, как рухани, как душевный. Есть пять части. Есть пять части, хамеш халаким. Нефеш, рух, анешама, хая и ехида. Сегодня мы знаем, что починить хая и ехида уже тут нету. Но нефеш, рух, анешама есть. Как можно объяснить нефеш, рух, анешама? Мы сейчас возьмем пример машина. Машина. Бензин – это как кровь, и кровь – это нефеш. Нефеш есть тоже у собаки, у кошки, у каждой животных есть нефеш. Нефеш – это хатяби, и нефеш – это от кровь. Кровь – это нефеш, это бензин для машины. И что это? Рух – это мотор. Мотор – это рух, мотор – это сердце. Без сердца ты не можешь жить. Да, есть машина, есть тело, но сердце не работает, все, человек кончался. Скончался, все. Почему? Нет рух. Но важнее, чем это, есть у нас шофер. Шофер – это мозги. И в мозги сидит нешама. Запомните, бензин это кровь, это нефеш, мотор это сердце, это рух, шофер это мозги, это душа. Без душа может быть машина, мотор и бензин, но она не может ехать. Надо шофер, и шофер это мозги и душа. Если мы возьмем буквы «нефеш», первая от этого слова «нефеш», первая буква – это «нун», и последняя – это «шин».
И Барух Ашем, кто нас знает, мы очень любим гематрия. И сказал, нефеш – это нун первая и последняя шин. Что это нун в гематрия? Это 50. И шин – последняя – это 300. Вместе это 350. Руах. Руах первая – от этого слова руах. Руах – это реш. И последняя – это хет. Реш – это 200, и хет – это 8. Это 208. 208 плюс 350. Сколько это? Это 558. 350 плюс 208 – это 558. Нешама – душа. Нешама – это нун первая, это 50. И эй, последняя, это 5, это 55. 558 плюс 55 – 613. Нефеш, рух, нешама. Первые буквы и последние буквы бегематрия 613. Это нефеш, рух, венешама. Мы должны все вместе, что сделать полностью наши мицвот. Хая веяхида – это уже высокие вещи. Хая заора макиф – это ила, что когда, например, человек одевает тфилин, на круг его есть такой, как свет ила, он меняет свет. Это ила. Яхида – это какой-то шнур, что он душевный такой, хут рухани, шемекашер бен адам лоламот ха-элионим, что он уже как, он уже половина тут, половина не тут. Это вещь, что вам очень, очень тяжело объяснить, но с Бога помощь мы знаем от всех книги, что мы уже на такое время, очень низкое время, очень-очень зман шел шефел, что мы должны починить наши нефеш и быть высокая рух, ונשמה זקה, что наша душа была чистая. Орхот цадиким пишет בשער ירד שמיים, что это חוכמת הנפש ורוח ונשמה. Что это רוח, נשמה ונפש? Он пишет, что נשות, если возьмешь наше тело, נפש это כבד. כבד это печенка. Итак, אורחות צדיקים пишет, что כבד это печенка, потому что он там пишет, что кров это נפש. И мы знаем, что печенка, она полная в кровь. И что это печенка? כבד, что это כבד? Что כבד хочет? כבד хочет все хатьяби плохи. Он хочет все хатьяби плохи. На него написано китеава навшеха. В сефер дварим написано китеава навшеха. Это כבד. Он хочет хатьяби. Он хочет игры. Он хочет почувствовать. Он хочет пить, кушать. Это печенка. Аруах валев. Аруах, ветер, вера. Руах за лев. И что сердце хочет? Малхут. Кавод. Уважение. Бит первый. Потому что он называется геават алев гасут руах. Геават алев это как гордость. Он хочет уважения всегда. Гасут руах – это наше сердце. Ванешама, душа – это наши ахохма, это наши сами-сами умные вещи. Она сидит, душа сидит внутри в мозге. Кемелех, как корол, что сидит наверх. Так это наша душа. И наши мозги, они не хотят плохие вещи. Это сердце хочет плохие вещи. Наши мозги, наша душа, они хотят хорошие вещи. Есть такие, думают, что я думаю плохие вещи. Это не мозги думают плохие вещи. Это твоя душа хочет плохие вещи. Чтобы вы это знали. Когда человек хочет грязные вещи, это сердце хочет грязные вещи. И когда человек хочет делать правильные вещи, сделать хорошие вещи, это душа хочет, это мозги хочет.
Это не она, наоборот, думает, у меня хорошее сердце, но я в мозге не понимаю, почему так надо делать. Это неправильно. У тебя в сердце есть плохие вещи, но у тебя в мозге душа. Она чистая, она хочет чистые вещи. И когда сердце начинает хотеть плохие вещи, что бывает с душа? Она стает грязная. Ваншама лах, вагуф паалах. Когда тело хочет грязные вещи, она делает боль в душе. И когда она делает боль в душе, эта боль, он такой сильный боль, что начинаются все проблемы в душе. И это все начинается от глаза. Глаза смотрят что-то, сердце хочет почувствовать. Это наша проблема. Это наша, весь наша проблема в жизни. Это сердце. Ко мне приходит на кабинет, раб, у него хорошее сердце, раб. У него хорошее сердце, раб. Ну и что? У баранина тоже есть хорошее сердце. С этот хорошее сердце он может убить. С этот хорошее сердце он может проиграть деньги в казино. С этот хорошее сердце он занимается с наркотики. С этот хорошее сердце и доброе сердце он гуляет с женщиной. Это все от сердца. Это все от сердца, да, вы правы. Это все начинается от сердца. Когда ко мне приходит раб, такой умный человек, верит в Бога, такой добрый, и такие вещи делает. Я ей даю вопрос, слушай ты, тетя, у него хорошее сердце? Ой, вы не знаете, вы не понимаете, раб, какое сердце у него, ой, да, я понял, я не понимаю. Поверь мне, если есть что-то в жизни, что я понимаю, это на эту тему, на хорошее сердце. Поставь сердце для Бога, люби Бог, верь Бог и занимайся с мозги. И что есть мозги? Душа. Если ты умный, ты соблюдаешь мицвот. Написано в книге Берешит Хохма, человек, что он тупой, человек, что он надманчик, человек, что он зверь, он, во-первых, не еврей. Во-вторых, если он одевает кипа и борода, это не говорит, что он еще еврей хороший или у него есть мозги. Не каждый человек, что ставит кипа и борода, это еврей или вообще хороший еврей, или умный еврей. Для Бога хороший еврей и умный еврей, и чистый еврей, это такой, что держит мицвот. Это такой, что держит мицвот, как должно быть. Это такой еврей, что он рахмадул, на кого надо быть рахмадул. Это хороший еврей. Это еврей, что держит Тора и мицвот и делает добрые вещи, и не делает ошибки с этого хорошего сердца. Он понимает, что сердце хочет много вещей. Но мозги там есть душа. И душа это вещи не хочет. Человек, что делает ошибки, делает сердцем. И когда человек делает чисто мицвот как надо, он делает полностью с мозги. Чтобы вы это взяли на весь жизнь. Чтобы вы это знали на весь жизнь. Я вам дам еще один пример. Что написано, что если хас вешалом, мозги в мозги, это будет маленький мозги у человека, и сердце будет такая большая и сильнее, чем мозги, это человек пропавший. Это человек пропавший. У него в этой жизни это пустота. Он останется без ничего. В Торе написано, а где надо быть рахмадул, а где нет? Если каждый судья был рахмадул, эти, кто убивают, пришли к суд и плакали в суд и сказали, судья, прости нас. И судья сидит и говорит, ну, я рахмадул, хорошее сердце у меня, иди домой. Он пошел и добавил еще убить и воровать, и украть от людей. Что вы думаете? Что быть рахмадул всегда это хорошо? Что заниматься сердцем, когда ты с людьми это хорошо? Что ты был готов всегда, когда ты делаешь хорошие вещи, получить плохое. И кто это понимает? Мозги.
И кто делает хорошие вещи? Мозги. И кто делает плохие вещи? Сердце. Сердце. Почему говорят, ах, у тебя мозги нету? Как ты это не видел? Как это ты не думал? Почему тебе не говорят, у тебя сердца нету? Почему тебе говорят, когда ты делаешь ошибку, у тебя мозги нету? Потому что ошибка делают, когда ты не занимаешься с душа. А когда ты занимаешься с душа, ты делаешь вещи с душа, ты ползаешь с душа, ты ошибки не делаешь. Потому что душа знает, что можно, что нельзя. Я вам дам пример. Стакан. Это кли. Это вещь, что держит вода. Правда? Да. Человек не может занести 1 литр на стакан, что он может иметь 200 миллиграмм. Если ты поставишь у него внутри литр, 800 миллиграмм, они будут наливаться и упадут просто так. Так ты можешь наливать только 200. И глаз. И что это глаз? Это как окно для души. От этого глаз мы видим. Что это этот мир? Солнце, луна, море, океанус. Все это что? Звезды. Все это. Что? Все, что вы видите, что это? Написано, что душа, она большая, чем это все. Возьмите это весь мир, что Бог создал. Душа наша, она большая, чем это, и сильная, чем это. Что каждый человек знал, что это Адам и Каем мицват асе. Есть мицва, что надо их делать. И есть мицвот, что нельзя их делать. Пример, мицвот асе. Мицвот асе, что это асе? Это уважать родителей. Это завязать филин. Это держать таанит. Это мицвот асе. Это уважать каждый человек. Лалехат бедерех аэмет. Это мицва, мевхарет микола мицвот. Сказать всегда правда, не обман, вот это мицва. Дать цдака, кому надо, это мицва. Это мицва. Это мицват асе. Что с этот мицвот мы чиним наши ошибки, наши нефеш. Когда человек делает мицвот, он чинит его все ошибки в жизни, что он сделал. Когда он начинает вернуться в тшува и начинает соблюдать мицвот, как он чинит вещи, что он сделал неправильно, он начинает делать мицвот асе. Когда человек молится, когда человек дает благословение, когда он читает Шма Исраэль, это мицвот, что он делает с его рот. Это чинит его руах. Мы сказали, когда человек делает мицвот, он чинит нефеш, он чинит кровь. Когда он кушает только-только кошерное кушание, он чинит его кровь, его нефеш. И как он может чинить его сердце, его руах? Это когда он молится, когда он разговаривает чистые вещи, когда он разговаривает правильно. Когда он правда говорит всегда. Когда он не дурит никого. Когда он кричит Богу. Шма Исраэль. Когда он молится всегда. Когда он читает Тиилим. Он чинит его рух, его сердце. Что вы знали? Человек, что учится Тора. Или учит Тора. Он чинит его душа. Я не знаю, кого вы слушаете, но я знаю одну вещь. Если вы слушаете урок Тора, и вы слушаете о человеке, что он чистый, запомните на весь жизнь. Если вы послушали урок от человека, что он чистый, вы будете такие чистые. Вы будете чинить. Вам захочется починить. Вам захочется починить, запомните. Мегалгелим схут алядей закай. Если человек, у него есть схут, у него есть плюс, он может вам тоже дать от его плюс. Он может дать вам схуёт, и у вас будет схут вернуться в тшува, потому что у него есть плюс. А человек, что у него есть минус, не может вам дать от его минус, потому что у него есть минус. Мегалгелим хова алядей хаяв. Если этот человек,
он такой нечистый, вы сам будете такие нечистые. Это меня не играет такой роль, что человек одевает кипа или нет. Меня играет роль, если он чистый или нет. Еврей это чистый и простой, это еврей. И если на это простота, и на его чистота он еще одевает кипа и борода, это вообще уже хасид, это уже не простой еврей, это уже ангел. И для ангелей нету тут места в этот мир. И есть такие, что мне дали вопрос, как я могу знать, что это хая яхида? Хая это когда человек делает мицва, и он ее делает полностью только для Бога. Если вы хотите починить хая, когда вы делаете мицва, не думайте на ничего. Я это не сделал для меня. Я это сделал только для Бога, потому что Бог написал, я это делаю буква, буква, слово, слово. Я это делаю не для меня. Я считаю, как будто я не сделал. Я это сделал только для Бога. Велетакен, починить яхида? О, если ты с этот мицва счастливый, если ты сделал мицва и ты счастливый, если ты проиграл что-то для этого, правда. Если с тобой воевают, потому что ты сделал правду. Если тебе 90% ненавижу, ненавидят, они тебя не могут видеть. Но 10% вернулись в бетшува. И ты от этого 10% танцуешь весь день. Ты вообще, ты весь день думаешь, как хорошо Бог, что от 100, 10 вернулись в бетшува. Это починить яхида. Написано так. Им еш симха ба мицва, магия афилу летикун яхида. Если ты, у тебя есть такой радость, ты такой счастливый, ты самый счастливый человек на весь мир за это, что ты этот мицва сделал, ты можешь починить яхида. Омер ари акадош, ки симхат мицва шава пи элеф מעצם המעשה. כדא תדיאל יש מצווה את העדין. נו, יש לי תירד ויסעשה את המצווה. תשסלי ויסעשה את המצווה. תפלוצ'ה יש נניו, תשירז. את הנפרסטו הרבין. את הארי הקדוש פישית, שתו צ'לוויק פלוצ'ה את נתישירז פולשי. יש לי און דיאל את מצווה, יון счастливый с ним. Оставь, что ты получил, что на тебе сказали. Ты сейчас пришел дать урок Тора. Ты сейчас пришел помочь кому-то. Ты сейчас помог кому-то. Ты сделал что-то доброе. Ты сделал мицва чистая. И ты счастливый с этот. Это как будто ты сделал 1000 раз. Что вы это знали? Аасия, адибур, вамахшава. Что вы это знали? Все, что мы сказали сейчас, это асия, дибур ве нешама. Кавед, лев ве моах. Что вы это знали? Когда я делаю мицва, я должен ее думать с душа, с мозги. Когда я ее делаю, надо разговаривать, что я хочу ее делать. Надо сказать, что я иду это делать. Например, ты идешь на больницу проведить человек, надо сказать, арени балекаем мицват бикур холим. Я пришел сделать мицва проведить человек больной. Надо сказать, ты делаешь меасер, надо сказать, арени балекаем мицват меасер. Есть такие мицвот, что мы должны их сказать в рот, если мы их не говорим, это как будто мы их не сделали. Да, Бог знает, что ты сделал. Но ты хочешь эту мицва делать полностью, ари акадош пишет. Махшава, думат, дибу, разговарват, вемаасе, и делат. И это чинит наши 3 вещи, что мы сказали. Нефеш, руах, венешама. Кавед, лев, сердце, вемоах, мозги. Почему сердце, она под наши мозги? Кавед – это под сердце. Да? Мы сказали, что уже кавед – она под сердце.
и сердце под мозги. Сейчас, посмотрите хорошо, как написано на иврит «мох». «Мох» начинается с буквы «ме». «Мох». «Лев» – сердце, это «ле». И «кавед» – «кавед» – это «ха». Буквы «мелех». «Мелех» – это «корол». Кто думает с мозги, с душа, потом сердце и потом «кавед» – он «мелех», он «корол», он «чистый». А кто думает по-другому, он «ничего». Он ничего, он леймех, он тупой, он келем, он клум. Что вы знали это навсегда. Навсегда. Это наша Тора. Это наша Тора, это наши все вещи, что мы должны учить. И мы должны учиться. Если ты не будешь их учиться, ты не сможешь их учить. И если ты не будешь учиться, ты не сможешь жить. Есть вопрос. Когда человек делает какую-то вещь, что еще, да что еще это может помогать? Написано в Масехет Брахот, «Аль тикре банаих, эла бонаих». Человек должен знать, что вещи, что он думает, или вещи, что он вытаскивает от рот. Он должен знать, он может от этого что-то строить. Или он может от этого что-то разбить. Написано в Ишайяу, в Сефер Ишайяу написано, «Меарсайх умахаривайх мимех яцеу». Что только человек может разбить, только человек может себе спустить. Бог тебе дал. И ты должен это посмотреть. Ты должен это держать. Для этого Бог тебе его дал. Есть машина, ты можешь ехать в плохие места. И ты можешь ехать в хорошие места. У тебя есть ноги. Ты можешь пойти делать мицва. И ты можешь бегать на плохие места. У тебя есть руки. Ты можешь украть. И ты можешь дать цдака. У тебя есть глаза. Ты можешь посмотреть этот глаза. Хорошие вещи. Уроки Тора. И ты можешь посмотреть плохие вещи. Пойти на море, на бассейн. Увидеть голые женщины. Это плохая вещь. У тебя есть молоток. Ты можешь строить дома. И ты можешь разбить дома. Каждая вещь в жизни. Каждая вещь. Ты можешь выбирать. Строить или ломать. И выбор у тебя. Выбор у вас. Это выбор, что Бог нам дает.